В прошлом году СМИ писали, что актер Игорь Петренко задолжал Екатерине Климовой несколько миллионов. Он не платил своей бывшей жене алименты на содержание их общих детей Корнея и Матвея. В декабре появились сообщения о том, что долг Петренко погасил. Но сейчас ситуация повторилась. На сайте судебных приставов сказано, что Игорь снова должен порядка 5 миллионов рублей. Петренко пытался снизить сумму алиментов в суде, говоря, что не зарабатывает столько, но ему отказали.